Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на страйкбольный автомат LCT-74SU RIS. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия автомата АКС-74У с рис-цевьем. Данная модель является укороченной версией АК-74 и была создана в начале 80-х годов для вооружения экипажей боевых машин, авиатехники и также десантников. Комплект поставки включает в себя привод, пластиковый магазин механического типа на 130 шаров, инструкция, каталог. АКСУ изготовлен из стали, пистолетная ручка из высокопрочного АБС-полимера, а обвес из алюминия. Его вес 3215 грамм. Длина со сложенным прикладом составляет 50 сантиметров. В разложенном виде 73 сантиметра. Подходит для оружейных чехлов от 55 сантиметров. Цевьё у АКСУ с рис-планками для установки навесного оборудования. Также сбоку присутствует ласточкин хвост. Это специальный механизм крепления для планок с интерфейсом стандарта RIS. Отсек под аккумулятор находится под крышкой ствольной коробки. Разъем мини-томия. Обратите внимание, что аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Внутри привода используется гирбокс третьей версии. Длина стволика 270 мм. Переводчик режимов огня имеет три положения. Режим предохранителя, режим автоматического огня и режим одиночного огня. Также не забывайте после автоматического огня спускать переводчик огня на одиночный режим. Это поможет увеличить срок службы вашей пружины при долгом хранении привода. Для доступа регулировки камеры Hop-Up отводим имитацию затвора и ползунком регулируем степень подкрутки шара. У основания приклада и на цевье имеются антабки для оружейных ремней. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 140,6 метров в секунду. Скорострельность 16,2 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 45-50 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Пока-пока!